Телеканал «Бобруйск 360» представляет специальный проект, посвященный Великой Победе. Этот день мы приближали, как могли. Мой прадед Левченко Федор Никитич родился в 1898 году в Любанском районе. Участвовал в освобождении Западной Белоруссии, Прибалтики, воевал в Советско-финской войне в 1939-1940 годах. В первые дни Великой Отечественной войны ушел на фронт, тогда ему было 43. Вскоре попал в окружение и плен, но бежал оттуда к семье. Больше всего на свете хотел увидеть жену и детей. Однако счастье длилось недолго. Гестапо донесла соседка. 19 января 1942 его арестовали. А уже через 3 дня прадедушку вместе с ним и десятки людей за военным городком в Мариной Горке расстреляли. Это день победы, порохом права. Это праздник с сединою на висках.